Привет всем! С вами риэлтор Леха, агентство недвижимости «Жилищный фонд». Поставь лайк этому видео, а я расскажу про тот объект недвижимости, про тот дом, который стоит сзади меня. Краснодарский край, город Горячий Ключ. Дом 120 квадратов, 7 соток земли. Сейчас, после того, как я запишу это видео, мне скинут документы, и я уже буду точно знать, что и как там. Я в описании, если что-то мне в данный момент сказали неправильно по этому дому, соответственно, я там сделаю правочки. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А мы погнали! Итак, у нас вот такой вот дом. Есть здесь охрана в виде вот такого милого песика. Такой вот у нас дворик. Это вход получается. Там у нас будка. Здесь, я так понимаю, планировался либо пруд, либо фонтан. На бассейн, конечно, это не похоже. Ну вот, что-то такое. Да, дом как бы маленько требует ремонта. Ну, прям чуть-чуть совсем. Но мы это все сейчас увидим. Давайте мы сначала посмотрим земельный участок, а потом вернемся уже посмотрим дом. Участок, фасад у него узкий, но дом построен давно. Он полностью из кирпича, то есть ни газоблок, ничего такого здесь не используется. Чистый кирпич. Здесь у нас сзади дома сарай. Вот окошки открываются, чтобы проветривать можно было. Тут у нас теплица. Оп, оп, оп. И вот такой вот длинный у нас участок. Здесь, видите, такая теплица. Почти капитальная, я бы сказал, деревянная там. Ну, земельку нужно будет подсыпать. Вот. И там у нас буреломы. Я уж туда, конечно, не полезу. Так что, в общем, смотрите так. Участок, конечно, требует мужской руки. Порядка, как говорится. Ну, ничего. Вот, тут самое вкусное, это цена. Это у нас центр город, улица Черняховского. Вон там у нас находится здание Горгаза. И, соответственно, дальше у нас там наискосок администрация города. Вот, ну, тут кое-какой хлам. Что-то тут уберется, что-то выкинется. В общем, надо наводить порядок. Цену скажу в конце видео, ну и, соответственно, в описании везде цена будет, увидите. Вот у нас вход, тут должны были быть перила, но их нет. Придется вам их сделать самому. Но зато в этом один большой плюс, вы можете сюда сделать те перила, которые вы хотите, которые вам нравятся. Да, кстати, здесь у нас навес небольшой, старенький, подшаманить. И получается, спокойно машину загнали под навес. Итак, заходим в дом. Справа у нас лестничный марш на второй этаж. Ну, а здесь у нас получается с левой стороны кухня-гостиная. Это гостиная. Такая желто-синего цвета. Там у нас уже непосредственно сама кухня. Все коммуникации здесь центральные. Вот. Окошко, видите, геометрия нарушена. То есть, либо подрегулировать, либо новое окно. Ну, скорее всего, лучше будет поставить новое окно. Вот, далее у нас по правой стороне получается санузел. Санузел у нас раздельный. Вот здесь у нас унитаз и котел висит. Здесь у нас ванна. Ванна такая прям в три раза больше. Зеркала, вот что-то здесь осталось. В общем, порядок здесь нужно наводить. То есть ремонт, ну я думаю, ляма полтора точно. Если не два, уйдет на ремонт. Но зато вы уже можете сделать здесь то, что вы хотите. Не тот ремонт, который здесь есть. Как говорится, платить не за чужую мечту, а за свою. И сделать то, что нравится именно вам. Вот это первая комната. Это вторая комната. Вот у нас вид на сарайку тут. Вот, ну что, пойдемте на второй этаж. Лестница шаг умеренный, то есть нету ни завышения ступеньки, ни занижения. В общем, подниматься очень удобно и комфортно. И это второй этаж. Окна здесь нет, пока нет. Там у нас вход,
получается, улица там, и это наша фасадная часть. Вот такая вот комнатулька здесь. Ну как, большая комната, квадратов, наверное, ну 16-17, даже может быть 20. Сплит-система явно не рабочая, под замену. Здесь у нас что-то типа гардероба. Вход у нас здесь был. Видите, тут кое-какие дыры. Вот, и, соответственно, там у нас выход на саму крышу. На чердак. Я сейчас посвечу, может быть, вам что-то видно. Зато видно, шикарное утепление, просто я был удивлен. Вот, здесь у нас все как полагается. Пароизоляция. Вот, в общем, ничего интересного. Вот, цена этого дома на сегодняшний день составляет 10,5 миллионов рублей. То есть в центре города, возле администрации, на 7 сотках за 10,5 миллионов вы ничего не найдете. Вот прям я вам гарантирую. Если вы найдете какой-то дом, это будет, блин, квадратов 60, там на 3 сотках земли. Вот это да, и то это будет стоить миллионов 11-12, если не больше. Вот, ну давайте выйдем на улицу и подытожим, что же мы с вами сегодня посмотрели. Итак, Краснодарский край, город Горячий Ключ, юг матушки России. С вами агент по недвижимости Алексей, агентство недвижимости «Жилищный фонд». Небольшая тавтология, она мне пофигу. Вот, сзади меня стоит дом 120 квадратов, участок земли 7 соток. Он такой узенький и длинный, но зато здесь можно разместить все, что угодно. Там, вы видели, есть теплица. Все это подлежит ремонту, соответственно, в доме тоже нужно делать ремонт, но зато это возможность сделать именно тот ремонт, который вы хотите, а не платить за чужую мечту, как я уже говорил в данном видеоролике. Ну и цена 10,5 миллионов рублей. Найдите в центре города такой площадью дом и такой площадью земельный участок за такую цену. Не найдете, гарантию вам даю. Ну а с вами был риэлтор Леха, агентство недвижимости «Жилищный фонд». Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока!